Лукашенко и его окружение, она была московско-центричной. Все 22 года, которые он есть при власти, он не один раз заявлял про то, что Москва является стратегическим партнером для его. И на сегодняшний день нет никаких оснований говорить о том, что Лукашенко проводит какую-то самостоятельную политику, учитывая ту экономическую зависимость Беларуси от России, учитывая военный союз, который реально существует, и военные базы российские, которые существуют на территории Беларуси, и общую, вообще-то, внешнеполитическую позицию, за небольшим исключением, но вот слава богу, так сказать, по Украине мы имеем немножко другую позицию, и это, конечно, очень хорошо. Но все, что касается, например, выступлений Беларуси и России дипломатов на международной арене, они всегда говорят одним голосом. И нельзя. Лукашенко по своему существу является постсоветским диктатором. Это клуб диктаторов типа Путина, типа Назарбаева, типа среднеазиатских вот этих, так сказать, царьков. Вот он, так сказать, он там чувствует себя нормально и свободно. Для его европейское демократическое общество чуждо. Человеку, который 22 года смотрит на мир через стекло, так сказать, своего личного президентского автомобиля, наверное, тяжело понять все-таки, что такое есть на самом деле демократия.